Здравствуйте, друзья! На телеканале «Россия-2» настало время Сергея Бадюка. Мне всегда хотелось как можно дольше сохранить свое здоровье и форму и одинаково хорошо выглядеть и в 20, и в 30, и в 40, и в 50, и в 60, а может быть даже в 70 лет. Если у нас с вами одни и те же цели и задачи, смотрите нашу сегодняшнюю передачу. Будет очень интересно. Тренируйся всегда, тренируйся везде. Советы от Дмитрия Яшанькина. Сделал себя сам. Зачем музыканту Вадиму Эйлин-Кригу большие мышцы? С чего начать? Пособие для начинающих качков. Его рельефные мышцы – предмет зависти многих мужиков, тех, кому за 40. Но в отличие от этих мужиков, Дмитрий Голубочкин не сидит на диване, не кушает чипсы, не пьет кока-колу, а занимается собой каждый день. Смотрите, какой красавец. Я же говорил. Тяга к спорту абсолютного чемпиона России и вице-чемпиона Европы по бодибилдингу Дмитрия Голубочкина началась с самого раннего детства. Но если раньше он сам с завистью пролистывал обложки модных журналов с изображением известных культуристов, то теперь Дмитрий является образцом для подражания. Пресс уже был генетически заложенный, то есть я родился с прессом. Мне фартануло. Мне фартануло, да. Служба в армии пошла только впрок дальнейшей спортивной карьере Голубочкина. Псковской воздушно-десантной дивизии обладателя рельефных мышц не то чтобы не трогали, а даже боялись. Я выходил на улицу 3 раза. Завтрак, обед и ужин. Все остальное время я качался. Сегодня у зрителей программы есть уникальная возможность узнать, как сохранить красивое рельефное тело даже после 40. Советы железного человека Дмитрия Голубочкина прямо сейчас во все включено. Что мы будем сейчас делать? Какие упражнения? Сегодня я покажу упражнения на грудь, на верхнюю часть груди и на переднюю дельту. Всегда надо начинать тренировку с разминки. У меня разминочный подход – это гриф. Угу. Иногда смеются, блин, когда подходишь к большой дяде и поднимает гриф, разминаясь, делая несколько повторений. Но тех, кто смеются, их, как правило, потом в зале после 30 их уже не видно. Да, да. Да. Многие ведущие спортсмены травмировались, поэтому завязали со спортом. Я считаю, что нужно большое внимание уделять разминке перед тренировкой. Что сейчас у нас работает? Это верхняя часть груди. Угу. Особенно, как правило, молодежь временно на разминку не тратит практически. Ты больше сейчас стал времени уделять этому, чем раньше ты уделял? Да, намного больше. То есть ты по молодости я тоже игнорировал. Но вовремя спохватился. У меня был знающий тренер, который говорил, что нужно тщательно разминаться. Перед тренировкой он был прав. Надо зажимы поставить. Вот, видите, тонкий нюанс. А я жму без них. Пару раз был наказан за это. По технике на что здесь обратить внимание вот в этом упражнении, Дим? Техники. Главное не бросать гриф на грудь. Сейчас покажу. Не бросать. Некоторые делают такими падающими рывками. Нужно медленно опускать и быстрее выжимать штангу. Подконтрольно опускаешь, касаешься, быстрый выжим. Подконтрольно опускаешь, быстрый выжим. Отлично. И передняя дельта. Чем мы добиваем? Это 3 упражнения. Жим лежа. Угу. Жим гантелями под углом. Угу. И разводка под углом. Покажи, пожалуйста, как их правильно делать. Ошибка молодых. Они опускают гантели широко. Это очень можно быстро травмировать свои плечи. Нужно опускать. Блин должен касаться передней дельты. И сжать не в одну сторону, не в точку вверху. Не надо сужать движение, а просто сжать вверх. Как гриф. То есть не сводим? Не сводя. Тонкий момент. Не сводя. Просто движение вверх. И все. Кстати, всем тем, кто заерзал на стуле или на диване и начал придумывать все отговорки, чтобы не идти в зал, срочно смотреть следующий сюжет. Всем привет. 5-й авеню. Сегодня я вас встречу. И мы будем тренировать заднюю поверхность бедра. Двукратный чемпион мира по фитнесу и чемпион Европы по бодибилдингу Дмитрий Яшанькин не привык сидеть дома. С 6-летнего возраста он проводит время только с пользой для своего здоровья. Добившись признания в мире спорта, Дмитрий понял, что готов делиться своим опытом.
Нет, он не предлагает изнурять себя в качалке и наращивать мышечную массу всеми правдами и неправдами. Ешанькин предлагает начать с простейшего комплекса разминки. Дело в том, что выступая на всевозможных спортивных турнирах, Дмитрий много путешествует по миру. Но постоянные разъезды не повод отказываться от здорового образа жизни. Так родилась идея для этих роликов. Простейшие упражнения на открытом воздухе без какого-либо спортивного инвентаря. Дмитрий Ешанькин уверен, собственного веса и подручных предметов достаточно для того, чтобы оставаться в форме. Танцевальная разминка на улицах Нью-Йорка, упражнения с эспандером в Греции, аэробика на площади у Бранденбургских ворот и даже тренировка для тех, кто в пути, где-то между американскими штатами. Если у вас нет возможности выйти в интернет и посмотреть эти ролики, ничего страшного. Как говорится, если гора не идет к Магомеду. Привет, меня зовут Дмитрий Ешанькин. Сегодня для зрителей программы «Все включено» я покажу несколько упражнений, несколько блоков упражнений, которые можно выполнять в отпуске, на отдыхе, на даче, то есть вне дома, где нет спортивного зала. Первый блок упражнений – это упражнения, которые вы выполняете с собственным весом. Это могут быть приседания, обычные приседания, но добавьте подъем рук, чтобы работали еще и мышцы спины и плечи. Также из этой серии упражнений можно использовать любимое упражнение кроссфитеров – бёрпи. Это вы стоите, и нужно принять положение лежа и подпрыгнуть. То есть так опуститься или сделать это медленно и подпрыгнуть. Или сделать это одним движением. Вниз отжаться и прыжок, хлопочек. Одно из упражнений, которые можно использовать собственным телом – это складки. Складки делаются сидя или лежа. Вот, занимайте какую-то удобную позицию, подложите коврик или полотенце. Ложитесь и садитесь. Раскрывайтесь и соединяйте ноги и корпус. Во втором блоке упражнений мы будем использовать предмет. Это может быть тяжелая книга, бутылка с водой или что-нибудь такое, напоминающее кирпич. Вот у меня есть диск, с которым можно выполнять это простое упражнение, которое мы назовем «выпады и жим», где вы развиваете ягодицы и бедра, и мышцы плеч, и спину. А еще трицепсы работают. Руки становятся крепче, ноги сильнее. А если у вас есть гиря, или даже если у вас нет гири, а есть тяжелая сумка, например, ручная кладь, набитая всякими вещами, весом килограмм 10-15, вы можете выполнять упражнение, которое называется свинг, раскачка, качели. Держа спину прямой, приседаете и подбрасываете вес. Здесь напрягаются бедра, ягодицы и очень интенсивно работают мышцы спины. Вот такое упражнение из гиревого спорта. И вы можете использовать также упражнение с какой-то палкой. Она может быть тяжелая или простая палка. И упражнение с тяжелой атлетики, рывок или толчок. Даже отрабатывая технику этих движений, вы развиваете как координацию, так и взрывную силу. Рывок. Подняли вверх. Присели. Оп. Вот так. И вместо того, чтобы сидеть на диване перед экраном телевизора в ожидании очередного выпуска реалити-шоу и доедать сладкий пончик, займитесь лучше зарядкой вместе с Дмитрием Ешанькиным. И тогда к 40 годам ваше тело скажет вам точно спасибо. Александр Кузьминых, Дмитрий Востриков. Все включено. Уважаемые друзья, напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях 42-летний бодибилдер Дмитрий Голубочкин, мой большой друг, и он делится секретами накачки для возрастных спортсменов. Дима, что мы делаем дальше, пожалуйста? После жима? Да. Гантелями мы делаем разводку под таким же углом 30 градусов. Угу. Это не совсем разводка. Это полужим, полуразводка, то есть чтобы не травмироваться. У нас спортивные каналы, и слово «разводка» означает совершенно не то, что на других разведение каналах. Гантелей в сторону. Да, разведение гантелей в сторону. Это полужим. То есть я не делаю широких амплитуд движения. Травма, да? Потому что травмы и большой вес ты не сделаешь движением вверх. А с какими весами здесь ты порекомендуешь работать? Я считаю, что нужно
по нарастающей поднимать вес. То есть всегда берем с минимального веса? Я, как правило, делаю. Берешь разминочный вес, так. Делаешь 15 повторений. Так. Потом прибавляется вес, делается 12 повторений. И уже основной подход, это третий. То есть ты берешь максимально тяжелый вес, с которым ты можешь сделать 8-10 повторений. А ты не делаешь больше трех подходов, да? Три подхода у тебя. Как правило, да. А и из них два первых подхода, они как полуразминочные. Следующее упражнение какое мы сделаем? Сейчас мы сделаем упражнение на переднюю дельту. Это она сразу махи, после нее идет, да? Да, это махи гантелями перед собой одновременно. Угу. Возьмем чуть поменьше вес. Вот. Обратите внимание. Человек заботится о своем здоровье. Так, меняем опять угол. Угол где-то градусов 70. Угу. Можно обратить внимание, что гантели висят в руках где-то сзади меня, ушли, за спиной. Да. И вот с этого дают, движения, да? Чтобы чем больше, то есть, чтобы сделать растяжение. Больше амплитуды движения. Понятно. Чем больше амплитуды это движения. Это передний пучочек, вот этот. Да. А приходишь в фитнес-центр, и 90% сводит гантели вовнутрь. Вот так вот делают движение. Прорабатывает внутреннюю часть груди? Надо делать движение просто вверх. Поднимать вверх гантели до 90 градусов. Собственно говоря, и все, да? Вот и все, да. Больше не надо ничего делать. Кисть, локоть и плечо. И в плоскости. В одной плоскости. Вот здесь вот. Да. То есть да. Мы не выворачиваем локоть вниз. Да, не выворачиваем локоть вниз. И даже немножко мизинец должен быть выше указательного пальца. Чуть подкручивать, да? Чуть-чуть формально подкручивать. Конечно, глядя на спортсмена Дмитрия Голубочкина, многие подумают, куда мне до него, ведь он же профессионал. Уважаемые друзья, заниматься бодибилдингом можно и непрофессионально. Посмотрите, к примеру, на моего товарища Вадима Эйленкрига. Известный джазовый музыкант, гастролирует по всему миру. А какие руки! Трудно поверить, но в 15 лет Вадим Эйленкриг не мог подтянуться ни одного раза. Он был довольно худой и немного комплексовал из-за этого. Если бы не огромное желание нравиться девушкам, то, возможно, у него еще очень не скоро появилось бы желание отправиться в спортзал. Я фанатично стал тренироваться, и это, наверное, осталось. Кстати, удивительным образом, большинство моих одноклассников и однокурсников, которые были более спортивные, чем я, у которых не было этого комплекса неполноценности, они быстро бросили, и сейчас они уже не совсем в форме. А вот такие, наверное, закомплексованные тинейджеры в прошлом, как я, они вот тренируются. Стоит ли говорить, что сегодня у известного трубача армия поклонниц? Причина тому, безусловно, музыкальный талант Вадима. Впрочем, атлетическое телосложение и большие накачанные руки стали полезным бонусом в сценической жизни. Даже с последних рядов концертного зала Вадима Эйленкрига можно разглядеть без особого труда. Жим лежа я ненавижу. Я, видимо, для него не рожден, потому что, в отличие от блестящих жимовиков, таких как Владимир Кравцов, у меня очень длинные руки и плоская грудная клетка. Настоящий жимовик должен иметь вот такие вот короткие руки, вот такую выпуклую грудную клетку, чтобы опустил, раз и выжил. Основы пауэрлифтинга и бодибилдинга Вадим постигал самостоятельно, без помощи персональных тренеров. Да и не было в 90-х еще такого понятия. А было, вспоминает Вадим, качковское братство в каждом зале. И вступить в него мог абсолютно каждый. Самоучки тягали железо плечом к плечу, а потом охотно делились любой информацией по накачке мышц, которую удавалось раздобыть в то время. Я жил этим, я фанатично жил этим. Я читал, наверное, на протяжении 10-15 лет все, что издавалось в нашей стране на русском языке. Я разбирал то, что мог найти на английском языке в Америке. И поэтому я думаю, что, в принципе, вот именно знаний по прикладному вот этому вот качу, бодибилдингу, назовите его как хотите, культуризму, я думаю, что у меня достаточно много. Вадиму Эйленкригу 42 года, и привычка качаться стала, пожалуй, одной из самых сильных. Ему ни разу не приходила в голову мысль забросить тренировки. И даже травмы, которые он получал по молодости и неопытности, не заставили свернуть с выбранного пути.
15 я тренировался, чтобы быть привлекательным. Там в 20 я тренировался, чтобы быть привлекательным. В 30, чтобы быть сильным. А сейчас в 40 я уже тренируюсь, чтобы обмануть старость, наверное. Чтобы опять быть привлекательным. Вадим уверен, железо многому его научило. Во-первых, дисциплине. Этим Илин Крик заметно отличается от прочих работников российской эстрады. Его лицо вам точно не примелькается на ночных тусовках, скорее в тренажерном зале. А еще, качаясь железом, Вадим понял, для того, чтобы получить хотя бы немного, придется очень много отдать. То есть надо пахать. Ну, привожу пример. Значит, если целый год тренироваться... Если тренировка составлена правильно, если ты это делал фанатично, если ты не заболел, не получил травму, если ты каким-то образом не выбыл из тренировочного процесса, то, может быть, рука в объеме вырастет на сантиметр. Сейчас Вадим Илин Крик работает над новым сольным альбомом. Премьера через какие-то полтора месяца, а то, как звучит соло трубы в финальной композиции, его по-прежнему не устраивает. Приходится пропадать на студии целыми днями и напряженно трудиться. Но каким бы насыщенным ни был его жизненный график, график тренировок от этого никогда не страдает. Музыкант Илин Крик уже 25 лет успешно балансирует между любимой трубой и любимым железом. Он сделал себя сам и очень гордится этим. Ну, в шутку я говорю, что я буду до 65 наращивать форму, а после этого поддерживать. Ну, а если без всяких шуток, я постараюсь тренироваться, ну, просто вот до упора, пока будет позволять здоровье, и пока вот я буду дышать, ходить и что-то делать. Потому что вот это ощущение физической силы, я сейчас даже не про красоту говорю, не про здоровье. Вот это чудесное ощущение физической силы, оно настолько мужское, оно настолько правильное, оно настолько должно быть. Евгений Алиярник, Юрий Гарин. Все включено. Что делать, если у вас под рубашкой вместо упругого пресса комок нервов? Посмотрите рекламу и возвращайтесь. Мы вам расскажем. Дима, что мы делаем дальше? Следующее упражнение – это жим штанги стоя. Уже размятый. Можно не делать нулевой подход с грифом. Угу. Ты махами разогрелся. Ставишь, да, практически уже организм разогрет. Что нужно для того, чтобы сделать это упражнение? Обязательно те же атлетический ремень, чтобы не травмировать поясницу. Раз. Второе. Я специально на каждое жимовое упражнение практически одеваю специальные налокотники. Ну, вообще-то это наколенники. Это кому как. Обязательно нужно страховать себя. И максимально обезопасить, чтобы не травмироваться. Что мы делаем? Показываем. Хват. Чуть пошире своих плеч. Так. Чуть-чуть пошире. Это на уровне плеча. Чуть-чуть формально пошире. Это 2-3 сантиметра. Жим не вперед, а движение делается, как будто, как вот штангисты делают, когда поднимают штангу. Чуть-чуть формально назад. Чуть формально назад. Не вверх сжать ее, а назад формально. Слушай, надо попробовать, интересное упражнение, ни разу его не делал. И тоже, как обычно, 3 подхода, я правильно понял? 2-3 подхода. 2-3 подхода. Главное обращать внимание на технику упражнения. Не сколько ты раз поднимешь этот вес, а именно как ты его поднимешь. Дима, у меня еще один вопрос. Я знаю, что нашу передачу смотрят много российских бойцов в рядах российской армии, которые сейчас служат. И в армии многие считают, что нет никаких возможностей для тренировки. Давай расскажи, ты десантник, как и я, служил в Псковской дивизии воздушно-десантной. Как ты тренировался в армии? Мне фартануло. Мы как-то шли на обед. И замкомандир полка... Фартануло как-то? Просто фартануло вот на ровном месте. Замкомандир полка, подполковник Кравченко, до сих пор помню, Герой Советского Союза. Выдергивает меня и говорит, хочешь с коптером служить в армии? Какой же бодибилдер. В спортзале, блин. Я, блин, конечно, хочу, блин. И с этого момента я начал тренироваться. Зайдя в зал, я встал на весы. Сколько ты весил? После кроссов, недоедания, недосыпания, прыжков с парашютом, я весил 87 килограмм. Это такой упитанный мальчик. 87 килограммов – это приличный вес для российского десантника. Так что не ищите себе отговорок. Тренируйтесь всегда в любых условиях и смотрите нашу передачу. Будьте сильными.
Корреспондента программы «Все включено» Александра Кузьминых сложно назвать упитанным крепышом. В свои 24 года при росте 180 сантиметров он весит всего лишь 64 килограмма. Бицепс слабо прощупывается сквозь одежду, а на поиски Сашиного трицепса можно отправлять Шерлока Холмса. Но сегодня Александр намерен все изменить. Первое правило качалки – найти опытного инструктора. Например, такого, как Андрей Лопушанский. Кандидат в мастера спорта по бодибилдингу и фитнесу. Мастер спорта по жиму штанги лежа. Уже 6 лет Андрей помогает таким, как Александр, обретать рельефные формы. А заодно и уверенность в себе. Какие основные цели ваши? Основные цели – это набор веса, набор массы. Ну и, собственно, чтобы эта масса не превратилась в какую-то жировые, да, там, складки, а именно в мышечные. По совету тренера Александр начинает с укрепления грудных мышц. Ничего лучше, чем жима лежа классического элемента пауэрлифтинга, для этой цели еще не придумали. Подъем штанги гарантированно увеличит вашу грудь. Главное – выполнять это упражнение правильно. Основной момент – здесь нужно нам ноги поставить все-таки на пол плотно, чтобы они стояли, да, немножко пошире. Вот, поставь. Пожестче стоял, вот, ноги жестко, да, у тебя, сейчас поправлю тебя немного, вот сюда. Теперь плечи прижаты к скамейке, снимаем штангу. И часто вижу ошибку, что люди опускают на середину груди, опускайте ближе все-таки к шее, да. Четыре. Давай, 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 пять, еще, шесть, сейчас прокачаем тебя, семь, восемь, завтра болеть будешь. Давай, 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 еще, еще два раза, давай. 13, 14, 15. Ну что, хорошо. Для новичка очень даже. Дело пошло. Да, сила дело есть, пошло. Видно. В принципе, да. По технике достаточно все грамотно делаешь, то есть обучаешься легко. Переходим к следующей группе мышц и качаем ноги. Андрей советует разделить этот этап тренировок на две части. Сначала нагрузить верхнюю часть бедра, затем нижнюю. Новичкам рекомендуется начинать с 3-4 подходов в каждом упражнении. И, конечно, никаких экстремальных весов. Травма – это всегда большой откат назад в любых достижениях. Прям ноги сразу. Для закрепления результата Андрей советует сделать классическое упражнение из тяжелой атлетики – присед. На первый взгляд нет ничего проще, чем присесть с грифом. Но это обманчивая простота. Новичкам не стоит делать это упражнение без присмотра опытного наставника. Завершаем тренировку проработкой спины. И первое упражнение – подтягивание с широким хватом. Для правильного выполнения Андрей Лопушанский рекомендует использовать кистевые ремни. Без них новичкам никуда. Это необходимо для того, чтобы нагрузку снять именно с предплечья, с бицепса, да, чтобы мы все-таки акцентировали на работе мышц спины. Александру удалось подтянуться целых 4 раза. Сразу видно, что уроки физкультуры в школе корреспондент «Все включено» прогуливал регулярно. Вот так вот старайся. Во, вот, видишь, спина не тянет. Давай, еще, вместе. Вот, слабенькая у меня спина. Во-во-во. Что ж, на сегодня достаточно. Главное заставить себя прийти на тренировку через пару дней. Если Александр не забросит походы в зал, то к 40 годам он будет выглядеть не хуже Дмитрия Голубочкина. Примерно так. Александр Кузьминых, Михаил Королев, Семен Кропачев. Все включено. Да, Дим, быть накачанным в армии не последнее дело. Никто тебя не трогает, а если трогает, то быстро отстают, как правило. Были у тебя такие истории? У меня были. Да, много раз были такие истории, и одну из них расскажу вкратце, конечно. Всех, мой призыв, как правило, все пришли, когда после учебки войска, всех поднимали ночью и заставляли что-то делать, какие-то там движения, да? Не знаю, меня как-то почему-то не доходило, блин, не знаю. Никогда руки не доходили. Да, но я-то сразу предупредил Дембелей, что, говорит, если что, говорит, вот табуреточка стоит, там, килограмм 15, блин. Вот голову, блин, вам и проломлю ей, блин. Вот, и как-то никто не подходил. Не знаешь, проверяли? Нет, что-то как-то... То есть не на дембель ушел с этой табуреточкой? Нет, как-то все как спокойно было, спокойно. Я думаю, надо начинать тренироваться. Давай, хватит болтать. Давай. Значит, следующее упражнение. Сейчас я покажу свою тренировку толщины спины и задней дельты. Это базовое упражнение. Обязательно замки. Это базовое упражнение. И одно из основных для толщины, в этом комплексе для толщины. Главная техника. Не нужно брать большой вес. Нужно взять свой такой вес, чтобы правильно делать движение именно по технике упражнения.
Не нужно обманывать себя. Все равно ты не поднимешь больше, чем ты сможешь. Обманешь. Конечно, ты можешь только травмироваться. Нагрузка на связки, можно подорвать бицепс легко. Дориан оторвал так бицепс. Обратной тягой. Я покажу, как это делается. Угу. Руки чуть уже своих плечей. Чуть-чуть уже своих плечей. И тяга делается к поясу. Опускаешься до практически 90 градусов. Идеально ровный, да? Я всегда подбираю веса по самой, по самочувствию. Это не значит, что сегодня, если я сегодня подниму там 100 килограмм, завтра будет такой же вес. Неправильно, это неправильно. Mm-hmm. Если я чувствую какой-то дискомфорт и где-то, в каких-то мышцах, я перестраховываюсь. Естественно, где-то процентов не 100, а процентов 80-70 я делаю движения, перестраховываюсь. Или повторений их меньше делаю, или, как правило, в весах. Веса немножко, намного меньше. Понял. Если ты чувствуешь себя хорошо, если, как говорится, прет, mm-hmm. вот, ты всегда прибавляешь вес. Дима, а скажи, пожалуйста, вот эти советы по дозированию нагрузки, они же касаются не только мужчин, но и женщин в том числе, то есть принципы построения тренировок. Да, конечно. Как правило, базовые упражнения. И девочки, и мужчины, они все одинаковые. Велосипед уже не придумаешь, его уже изобрели. Все то же самое. Уважаемые женщины, прислушивайтесь к совету чемпиона и будете выглядеть как героиня нашего следующего сюжета. С 5 лет Александра Конова занималась балетом, а в 16 на пике своей формы получила серьезную травму спины. Врачи запретили этой девушке какие-либо нагрузки, и о театральной сцене пришлось забыть навсегда. Я прекратила тренировки и почувствовала только ухудшение, потому что мышцы стали слабеть. Без этого я поняла, что невозможно жить дальше, и я нашла для себя фитнес. Первые тренировки в зале Александре давались непросто, но привычка держать себя в тонусе все перевесила. И вот, пожалуйста, заслуженные дивиденды. Она снова в прекрасной форме. Очарованные красотой Александры, мы решили пригласить ее на фотосессию. Не правда ли, подходящий способ наглядно продемонстрировать чудеса занятий фитнесом? Благодаря фитнесу у меня стало уже талия, более накачанный пресс. Я каждый день качаю бедра, ноги, качаю ягодицы. Александра посещает зал 5, иногда 6 дней в неделю. На каждую тренировку уходит по 2 часа. Начинала она под присмотром инструктора. Сейчас график тренировок расписывает самостоятельно. При этом занимается наша героиня без фанатизма и посещает зал, когда позволяет время. Один день я оставляю для растяжки, а через день я закачиваю мышцы на тренажерах, делаю гимнастику на коврике с грузом, с гантелями. Ко всему прочему, занятия фитнесом закалили характер девушки. Ей легко даются ранние подъемы, трудности на работе и домашняя суета вечером. Что интересно, Александра даже вернулась в балет. Пусть не на театральные подмостки, а в шоу-программу, зато она сама придумывает номера и просчитывает все риски, при которых можно получить травму. Любой спорт укрепляет дух, тело. Люди, мне кажется, более дисциплинированные, которые занимаются спортом. И потом легче себя заставить, когда всю жизнь уже занимался. К примеру Александры последовали многие ее подруги. Да и друзья, кстати, тоже. Саше впору самой работать инструктором. Она дает советы, что и как делать с железом, расписывает план тренировок. И правда, ну как за такой девушкой не отправиться в зал? Я советую, конечно же, всем заниматься спортом, ходить в фитнес-клубы. Сейчас огромный выбор фитнесов. И по стоимости, и по обстановке, атмосфере. Множество тренеров, которые с удовольствием помогут вам. Мы же перед походом в тренажерку рекомендуем заглянуть в блог нашей программы на сайте sportbox.ru.
Там мы разместили фото прекрасной Александры Коновой. Скачивайте и демонстрируйте достоинство ее фигуры своим вторым половинкам. Возможно, им тоже захочется приобрести абонемент в спортзал. Андрей Бугров, Дмитрий Лузган, Андрей Монастырецкий и фотограф Александр Бересневич. Все включено. Дмитрий Голубочкин и Сергей Бадюк рекомендуют вам посмотреть рекламу на телеканале «Россия-2» и оставаться у экранов своих телевизоров и досмотреть нашу передачу. Мы продолжаем тренировку с классиком российского бодибилдинга Дмитрием Голубочкиным. Он делится своими секретами. Дима, что мы делаем дальше сегодня? Значит, после тяги штанги в наклоне мы делаем тягу гантелей попеременно в наклоне. Самое важное – это кепку правильно носить для бодибилдера. Так, что мы делаем? Главное – правильно подбирать вес. Еще раз повторяю. Главное – правильно подбирать вес. И следить за техникой движения упражнений. Здесь ничего сложного, в принципе, нету. Ну, как правило, и это упражнение могут изуродовать. Исковеркать, блин, как угодно. Некоторые тянут спиной, делают движение вот так вот. Не подтягивают тягу гантелью рукой, именно локтем, а торсом себе помогая движению. Это неправильно. Торс должен стоять на одном месте. А тяга должна тянуться локтем, не кистью, локтем. Локтем вверх движение. Что оно нам дает? Ну, это тоже как базовое упражнение. Толщина да, спины. Именно толщину спины. Здесь можно варьировать угол движения. Можно делать вверх движение, можно делать движение к поясу. А ты чередуешь вот эти вещи, как да? Как правило, да. То есть я не делаешь всегда одинаково? Нет, не делаю. Иногда я делаю даже это же упражнение, делаю под углом, на скамье под углом, одновременно двумя гантелями. После этого идет задняя дельта. Первое упражнение – махи гантелями в наклоне. По технике очень сложное упражнение. Здесь главное дело именно держать спину прямо. Угу. То есть угол. Угу. И угол наклона. Не надо широко разводить ноги. Некоторые делают тут, ноги расставляют широко. Смысла нет. Чуть уже ширину плеч. Угу. Движение делается в стороны. Мизинец выше указательного пальца. В стороны движения. Лопатки сводят. Как правило, да, сводя лопатки. Как правило, делают назад. Вот так вот. И спина прямая. Обратите внимание на спину. Спина прямая. Угу. В стороны наклоны. Сводя вверху лопатки. Отлично. И чем заканчиваем? Конечно, много... Здесь не поднимешь, потому что можно очень, на этом упражнении очень много, как правило, травмируется, травмирует поясницу. Нужно обязательно одевать тяжелоатлетический ремень, обязательно в этом упражнении. Руки на ширине своих плеч. Шаг вперед. Сложное упражнение. Идеально прямо не получится сделать. Все равно ты будешь прогибаться формально назад. Потому что прямо, как правило, задница мешает движению. Бывает. И не надо, да, и приходится немножко прогибаться. Естественно, это тоже движение тянется, не гриф тянется. Ты тянешь локтями движение вверх делаешь. Главное, чтобы и в этой технике, и этот нюанс вот эти, стараться не разводить локти в стороны. Как можно в заданной амплитуде, узко да? Да, держать локти, делать движение вверх. Не в стороны, а вверх движение делать, чтобы была нагрузка 100% именно на заднюю дельту. Да. Ну вот этот комплекс я заканчиваю этим упражнением. Вот, как правило, да? Да, как правило, да. Дим, вопрос, который я задаю всем бодибилдерам, которые приходят в гости в мою программу. Что нужно есть? Спортпит употребляешь? Да, конечно, это... В основном вот упор у тебя на что идет? BCAA, это протеин? Аминокислоты, BCAA, глютамин. Ты жидкие обычные употребляешь или порошком? Как правило, порошком. Или капсулы, или порошком. А порошок ты не размешиваешь, его же не надо размешивать. Нет, я, как правило, знаешь, протеин
добавляю все. Это и глютамин, это и BCAA, и креатин. И делаю такой коктейль. Протеин... Это можно пить? Не, вкусно. Поверь, мне вкусно. Слушай, а грудки? Грудки. Или мясо? Ты знаешь, все как-то... Вот когда говоришь диета... А обыватели, как правило, принимают это все, говоришь, грудки. Они думают, что диета – это только грудки, а не что-то другое. Я считаю, что ну, чем разнообразнее диета, тем лучше результат в зале и тем больше мышц. Не нужно упираться в грудки. Что рыбка? Что ты ешь? Как правило, это и индейка, и мясо, постное мясо. Телятина. И телятина, да. И большой акцент делаю на рыбу. Именно на красную рыбу. Даже она если она даже жирная, то это делается, или варится она, или делается на пару в пароварке. За что люблю бодибилдеров? С ними говорить о еде одно удовольствие. А если вам не нравятся грудки, вы просто не умеете их готовить. Смотрите наш следующий сюжет. Как правило, я свою тренировку, любую тренировку начинаю с пресса. Не заканчиваешь? Не заканчиваю. Именно начинаю. Как говорил великий Ли Хейни, я разогреваюсь, делая пресс. И это и в молодости, знаешь, я вычитал как-то в журнале и как-то взял это... И пронес это с собой. Да, пронес это с собой и всегда делаю пресс как разминку. Это очень хороший вариант. Любое упражнение, одно из... У меня пресс как генетически заложен был, мне фартануло. Везет некоторые. Пресс был уже с детства. У меня генетически заложен был мамон, и я с ним боролся. Да, и мне пришлось только поддерживать его. И сейчас я делаю всего одно упражнение на пресс, это из 5 подходов. Главное сделать определенное количество повторений за все эти подходы. Как правило, это 100 повторений. 100 повторений – это достаточно для того, чтобы разогреться. 5 подходов. И держать пресс, повторений. И держать пресс в форме. И да, и держать пресс в форме. Но главное, чтобы держать пресс в форме, это диета. Не тренировки, диета. Если вы хотите кубики на животе, соблюдайте правильную диету, правильно питайтесь, соблюдайте режим, и все будет у вас хорошо. А как выполняем? Покажи, пожалуйста. Элементарное упражнение. Единственный минус, который, как правило, люди, задирая ноги до потолка, блин, думают, что у них пресс будет больше, лучше, то есть и как-то нагрузка на него будет больше. Это не так. Так. Главное, позвоночек не отрывать от упора и поднимать согнутые ноги. И вот этого достаточно? Да. Смотрите, учитесь. Главное делать в одной амплитуде и в одном темпе все 20 повторений. Вот тогда хорошая и будет хорошая у меня нагрузка. Работа, понимаете? Советуюсь с лучшими спортсменами страны, потом беру это на вооружение, стал лучше выглядеть в конце концов. Здорово. Информация для тех, кто считает минуты до нашего следующего выпуска. Ждите, будет очень интересно. Нам сложно выразить свои эмоции, но Сергей Бадюк покидает телеканал «Россия-2». Знает, что играет. Слезу вышибает. Но есть и хорошие новости. Ровно через 3 недели, 15 августа, Сергей Бадюк вернется после короткого отпуска и познакомит вас с новыми героями. Расскажет о любопытных нюансах силовых видов спорта и поделится полезными советами. Коварные приемы, интересные истории, сумасшедшие рекорды, рельефные тела, железо, боль, пот, мощь, несгибаемый дух и, конечно же, сексуальные девушки. Ну и это далеко не все. Сергей Бадюк знает, чем удивить. Не пропустите новый выпуск программы «Все включено» с Сергеем Бадюком 15 августа на телеканале «Россия-2». Смотрите, будет интересно. Время пролетело незаметно. Я надеюсь, что если вы еще и не побежали в спортзал, то уж точно записали все советы Дмитрия в свой блокнот. Дима, спасибо, что забежал к нам на огонек. Спасибо тебе. А с вами был Дмитрий Голубочкин, Сергей Бадюк, телеканал «Россия-2». Берегите себя.